Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как найти сбежавшую собаку. Собаки чаще всего убегают или теряются в теплое время года, когда хозяева вывозят их на дачу или отправляются вместе с ними на природу. В этих условиях собакам предоставляется большая свобода, нежели в городе. К сожалению, порой животные пользуются ею во вред себе и своим владельцам. Первое, что нужно сделать, обнаружив, что собака убежала, постараться взять ситуацию под контроль, отбросив все эмоции и ни в коем случае не поддаваться панике. Самое главное – приступить к поискам домашнего питомца как можно скорее, пока он не успел далеко уйти. Лучше всего предпринимать действия сразу в двух направлениях, а именно в обходе близлежащей территории и информировании о пропаже животного как можно большего количества людей. Позвоните своим родным и близким и попросите их помочь непосредственным поискам в микрорайоне, где вы проживаете, либо в распространении информации о пропаже. Чтобы лично вы не тратили драгоценное время, пусть они создадут листовки с текстом о пропаже собаки, ее фотографией, контактным телефоном, а затем распечатают их, насколько возможно, больше. Расклеивайте объявления о пропаже собаки в людных местах. Это могут быть остановки транспорта, подъезды домов, стволы деревьев. Расскажите о своей ситуации людям, работающим в локации поиска, продавцам, грузчикам, дворникам и другим людям. Займитесь поиском телефонов и адресов собачьих приютов, а также служб, занимающихся отловом животных, или ветеринарных клиник, куда кто-то мог отдать вашего заблудившегося любимца. Позвоните в эти учреждения, или, что предпочтительнее, отправляйтесь туда лично. Если вы не обнаружите там свою собаку, то свяжите контакты с сотрудниками, которые перезвонят вам в случае ее появления. К любой неприятности лучше подготовиться заранее, в том числе к пропаже домашнего любимца. Хорошие шансы быстро найти убежавшую собаку имеют хозяева, которые ее чипировали. Причины бегства могут быть разными, поэтому нет никаких гарантий, что вы не столкнетесь с такой проблемой. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.